Цього тижня знову не вдалося досягти умов, що потрібні для розведення військ на ділянці фронту у Золотому та Петрівському на Луганщині. Обстріли там не припиняються. Однак саме це розведення є останньою передумовою для зустрічі лідерів держав у нормандському форматі. Там мають вперше зустрітись Володимир Зеленський і Володимир Путін. Важливість реанімації нормандського формату прокоментували в опозиційній платформі «За життя». Ось що сказали. Власть оказалась не готова настоять на своих задачах по разведению войск, испугались националистических партий и не довели до конца, в принципе, хорошее дело, которое открывает путь к политическому урегулированию. В первую очередь должна быть безопасность, поэтому разведение войск является неотъемлемой частью выполнения Минских соглашений, и в этих пунктах надо его производить. И мы, к сожалению, так и не получили внятного ответа от министра обороны, что вообще это значит. Почему там были фейки запущены, что там 30 городов остаются на неконтролируемой территории после разведения войск. Войска в чистом поле окажутся без фортификационных сооружений. Этого ответа мы не получили. Мы будем дальше настаивать на том, что разведение должно быть. Более того, вот я был в поселке Золотом, который фигурирует во всех сводках. И когда собрались люди, там их было больше 500 человек на площади, я говорю, кто за то, чтобы было разведение войск, войска отошли и прекратилась стрельба. И весь поселок поднял руки. Поэтому все люди за. Это главное, и это надо выполнять. Условием для проведения нормандского формата является выполнение сегодня и признание формулы Штайнмайера. Первое. Второе. Отведение сил на двух пилотных проектах, так как на третьем станице Луганска это выполнено, это Золотое и Петровское. Чего не было сделано и для чего оснований, чтобы это не делать, у господина Зеленского не было. Реальных оснований не было. И сегодня говорить о нормандском формате, Москва отвечает, что необходимо еще, кроме всего прочего, выполнить условия, подготовить определенные решения, которые будут приняты. Проект этих решений на заседании нормандского формата. И появилось также новое высказывание со стороны Москвы о том, что надо на сегодняшний день имплементировать формулу Штайнмайера в украинское национальное законодательство. Мы должны искать тот общий знаменатель, который приведет к нормализации отношений между Украиной и Россией. Сегодня партии и в России, и которая является партией «Единая Россия», и наша партия, оппозиционная платформа «За жизнь в Украине», должны сотрудничать, потому что это в первую очередь диктуется интересами Украины.